Сегодня я вам расскажу об очень интересной науке, об энтомологии. Энтомология — это область биологической науки, один из разделов зоологии, который изучает насекомых, самую, на мой взгляд, удивительную и огромную группу живых организмов на планете. Вы знаете, если взять все совершенно живые объекты, растения, грибы, все другие группы животных, то насекомые составят 75% от объема всего биологического разнообразия. Вот в настоящий момент, по разным оценкам, описано более 1,5 миллиона видов насекомых. Это огромный, огромный просто объем различных форм, размеров, приспособлений. Та группа животных, которая захватила, так сказать, все континенты, все экологические ниши. Насекомые некоторые являются хищниками, другие насекомые растительноядны. Третьи группы насекомых питаются какими-то растительными остатками, живут в горячих термальных источниках, то есть совершенно разные освоили широты от пустынь, экваториальных зон и до Арктики, до Антарктики. То есть и в Антарктиде есть насекомые, и на побережье Северного Ледовитого океана многие виды отмечаются. И в том числе и наш регион, Алтай, он тоже очень богат насекомыми. И Алтай является одним из, наверное, таких центров биологического разнообразия в нашей стране. Чем вообще занимается энтомолог? Зачем вот надо изучать этих вот шестиногих созданий многочисленных? Ну, совершенно по разным поводам. Ну, во-первых, насекомые могут ответить на массу фундаментальных, сложных вопросов формирования фаун, эволюционных процессов. Вот даже представить такие древние процессы, как разделение Гондваны на континенты, как, скажем, отделение, к примеру, Мадагаскара от африканского континента, изоляция Австралии. Да, это все можно проследить, исследуя различные группы насекомых. Вот. Кроме того, ну, я сейчас приведу только, конечно, некоторые примеры. Да? И следующий пример — это то, что сейчас насекомые, они подтверждают то, что происходят значительные климатические изменения в наших вот широтах, да, вот взять, допустим, Западную Сибирь, где мы живем, в последние десятилетия появилось значительное количество видов насекомых, которые были совершенно не свойственны нашему региону, то есть которые еще, скажем, 20-30 лет назад обитали в основном на территории там, центрального Казахстана, а сейчас, пожалуйста, их можно обнаружить и в Алтайском крае, в Новосибирской области, в Омской области. То есть происходит такое изменение ареалов в сторону расширения границ ареалов на север. Это тоже интересный феномен. И сейчас, в общем-то, тема, связанная с климатическими изменениями, она очень интересна. И вот на насекомых тоже такие процессы можно проследить. Следующий аспект, который на самом деле привлекает для исследования насекомых, это, конечно, их хозяйственное значение. На самом деле есть группы насекомых, которые наносят колоссальный ущерб сельскому хозяйству, лесному хозяйству. Есть такие насекомые, которые наносят ущерб животноводству. Есть насекомые, которые, конечно, вредят здоровью человека. Вот, допустим, я участник международного проекта по исследованию малярии. Это заболевание, которое уносит сотни тысяч жизней детей в южных широтах, в Африке, в Латинской Америке, в основном в Африке, конечно, в Западной Африке. И переносчиком малярийного плазмодия, да, как вы знаете, является комар рода Anopheles. И вот как раз, чтобы остановить вот, эти процессы, по малярии требуется контролировать численность комаров. И, конечно, это очень важные вообще для здравоохранения, для глобального здравоохранения вещи, которыми я в том числе занимаюсь. Следующий момент, о котором следует сказать, это
то, что насекомые очень разнообразны внешне. Мы знаем, что есть насекомые крылатые, да, есть насекомые с четырьмя крыльями, с двумя крыльями. Есть насекомые бескрылые насекомые. Вот. По размерам они отличаются в сотни раз друг от друга. Вы представьте себе, что есть жуки, которые по размерам, по своим линейным размерам, они меньше инфузории туфельки. То есть меньше одноклеточного существа есть насекомые, у которых есть нервная система, кишечник, способность летать. И это насекомое, оно меньше одной клетки. Допустим, инфузории туфельки простейшего животного. Это удивительные факты. А есть самые крупные насекомые. Есть жуки, которые достигают в длину тела 21-22 сантиметра. То есть это огромные, крупнее мыши. Бабочки есть с размахом крыльев в 40 сантиметров. То есть это совершенно огромные создания, которые внешне напоминают небольшую птичку. Хочется сказать о своей работе, о ее особенностях. Одна из важных таких важных моментов в энтомологии – это необходимо путешествовать. Необходимо посещать малоизученные регионы для того, чтобы обнаружить новые виды, новые фауны даже насекомых, которые ранее не были изучены. И в рамках своей деятельности я побывал в очень многих странах, и в Латинской Америке, в Перу, в Аргентине, работал в 8 странах Африки, вот, много работал в Центральной Азии. Кроме того, интересный аспект — это то, что много форм, много объектов, много энтомологических объектов, энтомологических коллекций накоплено в музеях. То есть они уже собраны, да, но еще не обработаны. Даже виды не определены еще во многих музеях. И посещение музеев в крупных городах Европы, да, в крупных городах других стран – это тоже очень важный аспект работы энтомолога. Вот, допустим, я занимаюсь малоизученной группой, которая называется древоточицы. Это такие бабочки, и уже само название древоточиц говорит о том, что гусеницы этих древоточицев, они живут в толще стволов деревьев, наносят иногда существенный вред деревьям. Оказалось, что эта группа очень мало исследована. Мне повезло вот с таким объектом научным. И в рамках своей работы я, в общем-то, очень много поездил и по музеям. То есть я смотрел неопределенные, необработанные коллекции в музеях Европейского Союза, в Великобритании, в Японии, в Китае. И, конечно, там тоже обнаружилась масса интереснейших новых для науки неописанных форм. И еще энтомология – это, конечно, постоянное открытие. Вот, допустим, мне удалось найти более 300 новых для науки видов бабочек, описать их, да, сделать их научное описание, опубликовать эти статьи. Это важный такой аспект деятельности – изучение биоразнообразия. Мы знаем, как сейчас страдают экосистемы, каким образом сейчас разрушаются биотопы. Да? Есть страны, которые очень сильно нарушены экосистемы. Взять, допустим, перенаселенные такие территории, как Бангладеш, Индия, Индонезия, Пакистан. Да? И, конечно, изучение, в том числе и насекомых, этих территорий, оно тоже очень-очень важно. Ведь каждый энтомологический объект — это отдельный генотип, это отдельный набор генов, который с учетом прогресса в науке может быть использован потом для нужд биологической медицины, для биоинженерии. То есть мы иногда не задумываемся о том, что, казалось бы, вот какая-то козявка, да, ну вроде как она и не нужна, но на самом деле это уникальный совершенно объект, который, может быть, сейчас никакого значения не представляет, но через какие-то, скажем, десятки лет, может быть, это будет очень-очень важный объект. Ну, даже возьмем того же колорадского жука. Вот он когда-то сидел спокойно там у себя в Колорадо, кушал посленовые. Вот. А потом люди начали разводить картофель. Колорадский жук стал одним из самых агрессивных
экономически таких важных вредителей. Причем не только у себя в Америке, да, а и в наших широтах. Мы прекрасно знаем и другие примеры таких вещей, когда сегодня, скажем, объект, он не интересен, ну, как бы сказать, для человека не важен, а завтра это либо вредитель, либо это, наоборот, какая-то форма, которая приносит хозяйству пользу. Поэтому энтомология включает в себя много различных поддисциплин, и, скажу вам честно, энтомологов не хватает. Так что приходите в нашу специальность, это очень интересно и увлекательно.